Слушай, я не знаю, что с дорогой. Мне сказали, что ее тут сделали. Что, нормально? Порядочек? Бензина не будет, сдаваем бензин. Ну как, нормально? Что, ребятки, едем сейчас, прокатимся с девчули. У нас будет мотосвидание. Поэтому... Сейчас сделаем небольшой инструктаж, расскажем, что как, что почем, куда, как двигаться, как сидеть и так далее. Привет. Привет. Что ты, как дела? Отлично. Знаешь, каталась как-то? Да. Вообще хоть на чем-то, да? Знаешь, как сидеть? И ты... как держаться. И как держаться. А как держаться? А ну. Да, молодец, шаришь. Катали уже. Это хорошо. Ну, тогда у нас у вас шалом. Одевай. И все равно большой, да, для тебя? Капец, а какой же тебе шлем надо тогда вообще? Детский. Ну, походу, да. Сейчас мы его вот так хотя бы. Но все равно я сильно дубасить не буду, пока на нормальную дорогу не выйдем. Тут же можешь пользоваться, да, закрыть, открыть. Если что, будет жарко, там, че запотевать, че что. Все. Ехаем на город тогда. Ну, сейчас опять будем ехать через эти печальные дороги. Это вообще... Ужас, ужас. Грузовичок. Почему нет? Короче, я не буду уже тут писать наш путь по этой печальной дороге. Я уже запишу, когда в городе будем. Ну вот, мы уже и в городе, ребятки. Дорога, конечно, не очень, но здесь уже хоть более-менее нормально. Сейчас поедем, заправимся, да покатаемся, запишем какой-то видосик интересный. Какое-то веки на нормальной дороге можно что-то потворить, чудеса. Сейчас бы, конечно, да, достать бы заправочку нам. Маршрутка вообще четкая. Бы принял чуть-чуть больше вправо, бля. Вообще печальный товарищ. Так, я думаю, как нам лучше поехать? По объездной вообще через весь город проехаться. Думаю, да, сразу к заправочке. Еще полиция едет спереди, бля. Охренеть. Сегодня какой-то целый мусоропровод, блядь. Или это охрана, наверное. Номер светится. А, да. Замовлення охорони. Сзади Танюшечка поживает. Нормально все. Чине. Слушай, я не знаю, что с дорогой. Мне сказали, что ее тут сделали. Это вообще, блядь. Ее просто нету, блядь. Ё-моё. Поехал один, блядь. А? Не. Не туда, ну как на выезд, третья объездная.
вот это, блядь, аттракцион, блядь, выбрал. Эндуро, блядь, опять. Все меня что-то тащит в эндуро какое-то. Илюха, короче, обманул. Привет тебе передаю. Ну ты, бля, елки-палки. Где тут, блядь, дорогу сделали? Это вообще, блядь, просто, я не знаю, блядь, короче, стресс. Стресс, печаль, боль, что тут скажешь. И переключился еще на резерв по дороге, блядь, бо что-то бенз рано закончился, кстати, очень рано. Это я заправился на Сакаре, был в Кременчуге последний раз. Может, хрен его знает, не знаю, короче, что. Может, за то, что по городу нормально прокатились, достаточно, то сожрало больше, чем обычно. Хотя, короче, в любом случае, едем на заправочку сейчас. Мы покатаемся с нашей девчулей. Пусть поделится впечатлениями. Говорит, ее уже кто-то катал. Да заодно узнаем, кто как ее катал, на чем катал, с кем лучше было, с кем комфортнее. Небольшое сравнение будет, почему нет. Блин, но дороги, конечно, вообще на угадай называется. Что увидишь, то объедешь, что не увидишь, увы. И может, он здесь говорил, дорогу сделали, блин. Ну что-то не похоже. Смотри, кусочек тут какой-то положили, и правда. Тут тоже раздолбанная была. Интересно. Интересненько. Может, все-таки за эту? Ну ладно. Так, ну что, нормально? Порядочек? Не страшно? Комфорт? Ну все. Мы сейчас с тобой не дубасили, правда. Сейчас надо залиться. Меня все равно сдувало. Да сдувает, ветер сильный. Да хоть и тепло, но ветер, как видишь. Бензина не буду, сдуваем бензин. А когда будет? Если минут через пиво, то ничего, все. О боже, что я не успею вообще ничего заправить? Уже сдувает, ты понимаешь. А хороший бензин? Польша. Я в прошлом году начал заправляться, то или что-то... заправляйся в хорошем. Ага. Я могу предложить то, как и есть. Но здесь лучше... Если тебе Польша поганый, то ты заправляйся в Прибалтике, або в Румынии. Не, я имею в виду в городе здесь, это лучшая заправка? Я не могу сказать за другим. Ясно. Ну, сейчас. Может, все-таки нас пустят. По крайней мере, я тут кого базарю, что на партнере прижмешь, что снится. Да. Не, ну мы подождем, рискнем. Сейчас проверим, есть ли там ветерок, куда мы едем и какая там дорога стала. Я думаю, нормально. Ща. Ну, да, вроде все нормально. Подтянуть бы там. Ладно. Да, стрёмно с ней ехать, блядь. Сдувая в латуре. Бля, её там колбасит вообще жесть. Пиздец. Тут еще ветер, кстати, блядь, вот это плохо, что с ветром, конечно, туговато, блядь, тут. Сопротивление жесткое. Алатова офигевшая, 100%. Сейчас посмотрим. Ну как, нормально? Точно? Там тебя колбасит, походу, вообще. Ветер, бля, жесткий.
Ты просто лучше, наверное, ну, больше обжимайся, так, чтобы руками, ребрами, ногами. И не сюда голову, а по центру вот так. Так тебе лучше спрятаться от потока, чтобы ты не висела, у тебя не колбасило. Лучше ровно в спину мне вот так вот, читак, читак. О. Дело. Вот так вот и надо. Вот оно. Вот оно. Но тут ветер, конечно, бля. Бля, ноги дрожат. Боится, блядь. Да капец, я не буду так дубасить, наверное, блядь. Вообще четко, блядь. Тут, кстати, классно, ветра нету. Да, вообще огонь, огонь. Сейчас в обратную сторону. Потом попросим записать. Ух. Ну что, нормально? Ты аж ноги трусятся, да, елки. Ну давай сейчас в другую сторону еще раз. И потом там запишем видосик, где там ветра нету. Там уже со стороны заснимешь, как я проедусь. Ага. Трошки на заднее дали. Пусть почувствует, каково это. Сопротивление жесткое вообще. Огонь. Сейчас почудим, почудим еще. А? Вот так, в 16 на 9. Не вот так, не для ТикТока, а для Ютуба. Вот так. У тебя же нормальная камера? Ну, включи там в 4К, сколько есть. Я сейчас развернусь и сюда буду ехать. Так, присядешь и просто засними там. Я начну ехать, чуж, и сопроводи. Thank you.
ребят, мы поджигали нормально, я так скажу. Видосик поскидываю, блядь, будет вам что посмотреть. Поэтому сейчас поедем на пристань, как обычно. Попьем там что-либо, кофейка, че не кофейка, не знаю. Отдохнем, бедняжка перенервничала, трусится, кайфанула. Да и я кайфанул, тоже круто. Поэтому ехаем, короче. Ну что, ребятки, прокатились, в принципе, классно, достойно. Камера заглючила, блин. Как не сядет, так заглючит какая-то херня, бля. И, короче, ну, девчонка очень довольна, не испытывала таких ощущений, так ее не катали. И вообще, короче, эмоций там миллион. Опять же, оставлю все ссылочки на соцсети в описании под видео на данную девчулю в закрепленном комментарии, кому будет интересно. Вот, и как бы от вас что требуется? Подписка, лайк, комментарий, делимся видео с вашими друзьями и близкими, если вам такой контент интересен. Опять же, набираем 500 лайков под данным видеороликом и более, я запишу что-то подобное. Или, возможно, даже с этой девчулей, если вам зашло что-то более поинтереснее. Поэтому, вот, как-то так. Если вы не здесь, то вы нигде.